«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья. Вновь пробил «Час Делягина» в эфире «Комсомольской правды». В студии Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук. И я, журналист комсомолки Евгений Черных. Здравствуйте. Михаил Геннадьевич, сегодня надо назвать еще одну вашу ипостась среди ваших многих. Вы, кроме того, что экономист, вы еще и главный редактор журнала «Свободная мысль», коллега наш. Да, этот журнал, который до 91 года назывался «Коммунист», а до 51 года он назывался «Большевик». Это был главный теоретический журнал Коммунистической партии Советского Союза. И переименовали его не мы, а прораб перестройки Александр Николаевич Яковлев. Я это к тому, что эта неделя... Это ленинская, скажем так, годовщина, да, очередная. Была пасхальная неделя, теперь ленинская неделя. Годовщина очередная дня рождения Ленина. И как бы кто к нему ни относился, эту дату и это имя уже не вычеркнуть из истории. Более того, когда-то мы учили стихи «Ленин и теперь живее всех живых, наше знание сила оружия» в Маяковске. Да? Да. И для нас это было пустой абстракцией. Но сейчас мы видим, что Ленин действительно жив. Потому что если человек никому не нужен, то его забывают. И памятники о нем стоят, в том числе его памятники стоят везде, никому не нужны. Никто на них не реагирует. Но когда мы видим, что приход к власти нацистов на Украине сопровождается методичным уничтожением именно памятников Ленину, то это юридическое доказательство того, что Ленин жив. А ведь именно Ленин после революции той же Украине прирезал землицу, да, скажем когда прямо. Когда создавали Советскую Украину, это был один из первых этапов расширения Украины. Киев был занят петлюровцами и прочим сбродом. И создавали Советскую Украину со столицей в Харькове. И чтобы это было, ну, мало-мальски существенное образование, ей действительно прирезали землицы. Это был огромный подарок Ленина Украине. Да и последующая украинизация, надо дать должное, шла в рамках именно его, так сказать, как концепция национальной политики. От нее Советский Союз совсем не скоро, не быстро излечился. Вот. Но здесь никаких нет сомнений, потому что свиньи, в общем-то, животные неблагодарные. Это и точно. Бандеровцы отнюдь не исключение, не являются исключением из этого правила. Да. Хотя Ленин прирезал, дал им землицы. Не нужно делать подарков, и тогда не будете испытывать разочарований. Да, правильная мысль. Товарищ главный редактор журнала «Свободная мысль». Вот. Я думаю, что на самом деле стоит его переименовать обратно в «Коммунист», потому что слово возвращает себе свое первоначальное значение. И когда читаешь, действительно, либералы и нацисты, они при слове «коммунист» просто срываются в истерику. При слове «Ленин» срываются в истерику. А все остальные относятся, в общем, достаточно спокойно и позитивно к этому делу. Поэтому, наверное, стоит переименовать. Но это затронул национальную политику. Говорить, что вот Ленин – классика, потому он прав всегда и везде, это не очень правильно. Все делали ошибки. Великие люди часто делают ошибки. Если посмотреть, скажем, на историю Черчилля, то он почти постоянно делал ошибки. И исправлял. И отнюдь не всегда исправлял их. Он в итоге начал свою карьеру с того, что он заявил, что я не хочу председательствовать при процессе банкротства Британской империи. И в итоге он оказался председателем на процессе банкротства Британской империи. Но с Лениным другая история. Ленин свою миссию выполнил полностью, даже с лихвой. И правильно выполнил. Но национальная политика была ужасной. Дело в том, что как человек безукоризненно русский по культуре, там неважно национальное происхождение, русский по культуре, он недооценивал и боялся видеть чудовищное деструктивное зерно, которое имелось в национализме. Тогда говорили в буржуазном и мелкобуржуазном национализме. И опасность, которая исходила из этих националистических элит, пусть даже внутри рабочего класса, он не то что не понимал, он не хотел видеть, он не хотел ее признавать. Здесь работало, я думаю, интеллигентское чувство вины представителя большого народа перед представителями малого. Ну да, это ведь его заявление, что Россия была тюрьмой народов, пропагандистское заявление, которое статистически опровергнуто.
Мы все жалимся, что вот Советский Союз за счет России развивал окраины и создавал там не только национальные элиты и национальную письменность, и национальную культуру. В некоторых случаях, как я сильно подозреваю, и нацию он там создавал, в общем-то, себе на голову. Да, а сколько отрезано было земель Казахстану и другим республикам от России, да, ради создания пролетариата. И Ереван-то, что уж там говорить... Если с армянского перевозить, то это будет Еревань. Эр-Иван. Здесь русские. Ереване, да. Здесь русские. Переводится название города, если правильно судить. Хотя, конечно, армяне скажут, что, конечно же, нет этому названию 5000 лет и так далее. Вот. Но даже во времена царской России окраины развивались ускоренно за счет усиленной эксплуатации, собственно, российской, русской части. Украина, это же тоже слово «окраина». Создали Финляндию, накачали ее, обеспечили ее развитие, создали им интеллигенцию, эта интеллигенция немедленно оторвала Финляндию от России. Один в один история Прибалтики. Создали Польшу. Попробовал бы кто-нибудь у австрийцев заикнуться нелюбви к Австро-Венгрии. Сибири там не было, никуда бы не ссылали, убивая на месте. А у нас, пожалуйста, милее-миле, твоя неделя, делай, что хочешь. И таких примеров масса. То есть царской России не было тюрьмой народов. И это был вековечный комплекс русской интеллигенции. Винить себя во всем, не в том, что есть, не в том, что нет, а даже в том, что примстилось. Ведь у Сталина была, у Ленина была замечательная фраза, что самые страшные русские держиморды – это нацмены. Сказал он про Сталина, Дзержинского, Орджоникидзе. Правильно сказал, потому что носить представители малых наций, проварившиеся в котле русской культуры, они страшнее чувствовали национальную, узконациональную ограниченность. Они страшнее чувствовали колоссальный энергетический потенциал этого вот мелкого хуторского национализма. Разрушающий. Разрушающий. Сталин же совершенно не юлил, ему незачем было юлить, когда он в один из эпизодов сказал: «Я человек русской культуры, это грузинское мне чуждо». Ему грузины так этого и не простили. Но это правда. Это были люди русской культуры, которые именно в силу своего происхождения прекрасно понимали то, чего не мог понимать Ленин, потому что он с этим не сталкивался. Вот страшную агрессию, страшную энергетику мелкого национализма, который сознает свою ущербность и которого эта ущербность ведет вперед. А мы должны столкнуться с тем, что на пару минут прерваться. Оставайтесь с нами, друзья. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Продолжается час Делягина. В студии Михаил Делягин, главный редактор журнала «Свободная мысль». Угу. Поэтому, когда возник вопрос, как складывать Советский Союз, Ленин, ненавидя Российскую империю, из-за этого не захотел делать единое государство. Он заложил право на самоопределение вплоть до отделения. Что с Финляндией? Выстрелило в 91-м году. Нет, ну Финляндию понятно, ну, Финляндия сразу уже отвалилась в 17-м году. Руки короткие, деваться некуда. И как после этого стали выгонять русских из Финляндии, что там развернулось в отношении русских, это отдельная история, которую никто не выучил за всю советскую историю. И за всю русскую историю не выучили тоже. Вот, кстати говоря, Сталин пытался вернуть Финляндию. Это одна из причин советско-финской войны 40-го года. 39-40-го годов. Зимние войны, чудовищные совершенно. Но, возвращаясь к Ленину. И он... Понимаете, я это говорю не потому, что очень... Ленинист. Очень легко и приятно возвыситься за счет того, что объясняешь ошибки гения, да? Это же такой способ. Вот они были неправы. Как бы становишься не просто вровень с ними, еще и выше них. Нет. Просто эта ошибка нам конкретно очень дорого стоила в прошлом, еще будет стоить в ближайшем будущем. Даже если мы прямо сейчас начнем ее исправлять. Вот Ленин боролся со Сталином, с Орджоникидзе, с Дзержинским, с двумя грузинами и одним поляком, или там, я уж точно не знаю, кто из них кем был. Разные на этот счет варианты ходят. Версии разные. Да, и Минжинский еще был тогда на низшем уровне. И Ласос был, да много там много было. Много их было. И они выступали за автономизм.
за то, чтобы государство было единым, и чтобы никто и никогда не мог вытащить ни одну территорию из этого государства. Ленин решил сыграть в демократию. Именно потому, что вот эту вот колоссальную, разрушительную, чудовищную энергию национализма он не понимал. Не мог понимать в силу происхождения, повторюсь в третий раз, просто чтобы было понятно, он не виноват в этом. И он победил в этой борьбе, и плоды этой победы мы пожинаем. И будем пожинать. Все почти 300 миллионов советских людей ощутили на себе в полной мере. 272, по-моему, миллиона, если быть точным. Вот. И это нужно тоже помнить, когда мы говорим о Ленине. И сейчас, когда мы видим то, что называется сепаратизм в национальных республиках, когда мы видим, что в республике, где коренное население составляет менее четверти, они составляют почти 100% власти, это не только нынешняя коррупция, не только нынешняя русофобия нынешних коррупционеров, это еще и эхо той самой давней ошибки. Ее нужно исправлять, безусловно. Но если говорить в целом о наследии, которое оставил после себя Ленин, это был, как было сказано по другому поводу, человек эпохи Возрождения. В том плане, что он свято верил в науку. Через четверть века деградации, четверть века деградации в том числе и социальной, многие годы расчеловечивания, мы в науку уже не верим. Для нас наука – это совсем не обязательно синоним социального прогресса. Она совсем не обязательно делает мир лучше, она может сделать мир хуже. Слишком много лженаук разных. А Ленин был еще из эпохи Жюля Верна, Герберта Уэллса, когда наука строит лучшие из миров, и в том числе социальная наука. Это знание абсолютно. И сила Ленина именно в научности. У него действительно была теория, которая в тот момент уже буксовала, уже не все объясняла правильно, но она базово объясняла базовые вещи. И он не разменивался на мелочи. Поэтому его локальные ошибки, ну, например, тюрьма народов, да, было много других ошибок. Скажем, его первый серьезный труд развития капитализма в России, статистики, правильные статистики, очень любят использовать в качестве образца статистических ошибок. Когда вы не знаете сложных методов обработки, когда вы не знаете, как добывается тот или иной показатель, и вы делаете ошибку в результате этого. То есть в советские годы это была большая фига в кармане, это был особый цимис, особое удовольствие, но, тем не менее, это делается и сейчас. Но базовые выводы оставались правильными. И научное понимание базовых закономерностей позволяло ему выступать одному против всех. Не просто одному против царизма. Не только. Таких людей много. Эдуард Вениаминович Лимонов тоже выступает. Один, почти по сути дела, с небольшой группой соотечественников. Но он выступал и один против всей своей партии. Это же классическая история, когда он приехал на финляндский вокзал. Это мы сейчас апрельские тезисы, дети учили их броневик наизусть. А история была ужасная. Шел дождь, встречало его немного людей. Его повезли на броневике, потому что извозчика не смогли найти, такие замечательные были организаторы. Его на броневике подвезли. Есть вообще версия, что он цеплялся снаружи, потому что внутрь его солдаты не пустили, там все-таки пулемет стоит. И когда он выступил со своими апрельскими тезисами, эти тезисы настолько казались безумными всему руководству тогдашней партии, что они даже не стали их печатать. Это исторический факт, что не сразу напечатали. Но у нас привыкли объяснять, вот недопоняли, недооценили. Приехал человек из эмиграции, несет околесицу. Но мы не будем его позорить перед всеми. Ну да, жизни-то не знает, оторвался да. от жизни. Да. Но это как вот меня спрашивают, а вот Михаил Борисович Ходорковский выступил на Майдане со своими заявлениями, как вы к этому относитесь? Я говорю, ребят, ну 10 лет человек просидел, 10 лет человек лишен свободы. Естественно, он не совсем так воспринимает реальность, как люди, которые, так сказать, имеют полноту информации. Вот точно так же примерно относились к Ленину. И он настоял, и он пробил, и благодаря этому теперь мы учим это, учили это в школе. И придется еще учить следующему поколению детей. Почему? Не потому, что он был самоуверен, не потому, что он был самовлюблен. Нет.
Это хорошее качество для политика, но сила Ленина была в том, что он исправлял свои ошибки и признавал их. Классическая история с НЭПом, но было и много других поменьше. Он очень четко, ощущая свою правоту, он себя перепроверял и проверял именно научной теорией. Мыслящая гильотина – это не просто признак жестокости, который в условиях жестоких времен никуда не денешься. Это еще и мыслящее слово. Он очень четко претворял свою теорию в жизнь. И величие Ленина в том, что это уникальный, один из уникальных случаев в мировой истории. Он был и великолепный стратег, и великолепный тактик. То, что он был ученым, позволяло ему быть стратегом. Ну, а тактика, это я не знаю, моя любимая шутка. Где стоит первый памятник Ди Каприо в мире? Где? В Казани, напротив университета. Это памятник молодому Ульянову. Ди Каприо молодой, один в один. Ну, вот то же самое, что-то случилось и с тактическими способностями. И когда человек оказывается и стратегом, и тактиком, по сути дела, это управление с полного профиля. Я сам увидел ситуацию, я сам оценил ее, я сам спрогнозировал, как надо делать, а потом пошел и ручками сам все и сделал. Вот поэтому в этом заключается его величие, в первую очередь. И масса попутных уроков, которые, конечно же, нужно учить. Самый главный урок – умение признавать свои ошибки. У нас на смотрят, человека назначили замначальника департамента, все, он забронзовел, он монумент сам себе, уже я начальник, ты дурак, все, это железно. Почему нам далеко ходить? Борис Николаевич Ельцин в августе 92 года на одном из совещаний, когда он для меня кончился, я же очень в него верил, август 92 года, на одном из совещаний он сказал нашим либералам: неужели вы думаете, что вы что-то понимаете лучше меня? Это был очень быстрый переход, потому что еще в 91-м году, в середине, он очень искренне, тоже в частной беседе, сказал: я счастливый человек, потому что все люди, которые со мной работают, умнее меня. Это было далеко не так, но вот так быстро он забронзовел. А сейчас люди бронзовеют в один день. И они уже не способны, не то что исправлять свои ошибки, они не способны осознавать свои ошибки. Ну как так? Я великий, я есть Бог, как я могу ошибиться? Все эти мелкие ничтожные людишки, идиоты, они ничего не понимают. У Ленина этого не было. Когда мы видим там фотографии, когда он сидит где-то примостившись на ступенечке трибуны, там быстро какие-то тезисы пишет, это не была поза, это не была... Это был хороший пиар. Пиарщик он был великолепный, надо дать должное. Но он действительно старался исправлять свои ошибки. Он действительно был в отчаянии, когда ничего не получалось. Ведь военный коммунизм был вынужден. С одной стороны, слишком быстро воплотили теорию в жизнь. С другой стороны, это особенность русской культуры, мессианства. Весь мир до основания и немедленно строим Царство Божье на земле. Это особенность русской культуры, к сожалению. Почему интернационал так лег на нашу почву. И когда он увидел, что военный коммунизм не работает, что коммунизм не получается, что люди хотят получать деньги, что страна охвачена восстанием и мешочниками, что крестьяне, которые молились на большевиков за то, что те дали землю и мир, начинают их убивать, потому что они дали землю и тут же пытаются ее забрать обратно, или забирают хлеб, выращенный на этой земле, а хлеб тоже забирают вынужденно, потому что хозяйство развалилось, разруху нужно чем-то кормить города. И он понял, что что-то не так. Особенность нашей программы, что нужно на несколько минут прерваться. Если мы встречаемся с Владимиром Ильичем Лениным, который не прервал свою рекламу. Да. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Продолжается час Делягина на волнах «Комсомольской правды». Если посмотреть на то, как большевики отказывались от военного коммунизма, но эта школа учит упрощенно. Вот восстание в Кронштадте, его подавили, поняли, что так дальше нельзя, потому что уже Кронштадт восстал. Да не так. Это был очень длительный путь. Они за год до Кронштадта начали разговаривать, благо была демократия, о том, что мы делаем чудовищное дело, на нашем фоне царь Николай II кровавый выглядит ангелом, мы не должны так поступать, мы должны идти навстречу людям. И Ленин все это учитывал. В партии были разрешены фракции. Только в условиях гражданской войны пришлось их запретить уже. И то они сами возникали, до Сталина на это закрывали глаза. И Ленин учитывал все мнения, которые есть. И что такое демократия? Это же не инструмент формальный.
В разных культурах, в разных ситуациях разные бывают инструменты достижения цели. Главное в демократии – это содержание. Когда решения принимаются с максимально возможным в данной ситуации учетом интересов, что принципиально важно, мнений. Это важно. Именно мнения обеспечивают адаптивность. И Ленин умел слушать мнения, даже самые странные, даже самые нелепые. Это очень важно. Он действительно разговаривал с людьми, он действительно разговаривал с этими ходоками. Представьте себе нынешнего замначальника департамента, который будет разговаривать с ходоками. Ага. А он, руководитель государства, принимал и разговаривал, и вопреки популярному анекдоту, они уходили, ничего с ними не было, даже если его в лицо костерили. Принципиально важно, что он показал нам колоссальный опыт, дал нам колоссальный опыт, как нужно исправлять ошибки. Дальше. Он всегда думал, все время думал о перспективе. В аду гражданской войны, когда казалось, что завтра сомнут, когда готовились бежать уже из Москвы, когда Деникин был под Тулой в это самое время, писателей кормили. Не журналистов, которые занимаются пропагандой, которая нужна, чтобы выстоять. Писателей, которые пишут работу для следующего поколения. Ученых кормили, которые в том числе не любили советскую власть, этого не скрывали. Интеллигенцию пытались кормить, не получалось, но пытались. И это потом выстрелило. План ГЛРО, да, сделали в основном царские инженеры, в основе своей. А реализовали большевики при Ленине. Почему? Он сумел оценить, он сумел это вычленить из огромного количества других планов по масштабности, по долгосрочности последствий, по конкурентоспособности, как сейчас говорят. Уметь исправлять свои ошибки, уметь доверять техническому прогрессу, уметь находить технические новинки, которые еще только зарождаются и которые выстреливают в будущем. Кстати говоря, здесь близко к Черчиллю. Ведь Черчилль был один из людей, которые независимо друг от друга изобрели танк. Было довольно просто. Была броня, была пушка, уже был трактор. Все это совместить, вот вам танк. Вот вам танк. Но Черчилль, в отличие от других изобретателей, занимал должность и сумел это пробить, и английские танки в 16 году уже вовсю воевали. Ленин и другие руководители нашей страны, великие, точно так же чувствовали технологический прогресс. Это еще один урок Ленина. Ну и, наконец, умение прощать ошибки, даже когда эти ошибки граничили с предательством. Иулушка Троцкий, это сказал Ленин. В наше время, когда один косой взгляд начальника и все человека больше нет, по крайней мере, в политике и в административной деятельности, невозможно себе представить, что человек называет человека Иулушкой и прекрасно с ним сотрудничает дальше. И опирается на него, и доверяет ему. И бросает его в пекло не для того, чтобы он не вернулся, а чтобы он из этого пекла, так сказать, сделал нормальную ситуацию. Зиновьев с Каменевым реально были против Октябрьской революции, были против захвата Зимнего. И они просто написали в газете, причем в меньшевистской, полностью сдали все планы большевиков. Да, но фактически. Они совершили преступление, это называется предательство по законам военного времени, по законам революционного движения. Аминь. Ленин их только по головке не погладил. Не работали дальше. Не потому, что они были такие супервлиятельные. Не потому, что других людей не было. Он не воровал, поэтому у него была длинная скамейка запасных, в отличие от наших нынешних. Нет. Он понимал, он понял мотивацию людей. Понял, что люди хотели как лучше. Что они не были предателями, по сути, совершив предательство формально. Но их наказали, и, как у Киплинга в «Маугли», «Закон джунглей», за одно правонарушение, одно наказание. А дальше забыли, пошли дальше. То же самое. Но он, правда, не забыл, он упоминал при удобных случаях. Вот. Но все равно, это гуманизм, который кажется неадекватным сегодня, ненормальным, особенно поскольку мы отравлены сталинским террором, этим чудовищным опытом. Но это доказало свою эффективность. Это доказало свою надежность. Гуманизм работает. И как это ни странно звучит для ада гражданской войны, это урок, который дал Ленин. Тот самый Ленин, который, в общем-то, очень жестокие резолюции подписывал. Про убить детей и провести массу, это в основном фальшивки. Но есть и документы, которые он действительно подписывал. О классовой войне, об уничтожении классово-чуждых элементов.
И не будем забывать, что тоже это не легенда. Когда он очнулся после покушения, ну это не Фанни Каплан в него стрелял, это товарищи по партии устроили переворот, пытались устроить. Первое, что он сказал, действительно, остановите террор. Первое, что он сказал. Не потому, что он любил людей, да? Это же его фраза, Горького, воспроизведенная. Не могу слушать музыку, потому что, когда я ее слушаю, я хочу любить людей, их нужно бить по головам. Это слова менеджера, слова управленца. Причем не очень эффективно, заметьте. Но он понимал, что гуманизм эффективен в определенных рамках. И когда мы говорим, ах, диктатура пролетариата, это так страшно. Это было страшно. Действительно было страшно. Маленькая деталь. Диктатура пролетариата для тогдашнего мира, и даже для 20-х годов, и даже для 30-х годов, была более демократична, чем соответствующая ей, чем буржуазная диктатура того времени. Именно поэтому Советский Союз и выжил, и выстоял, что диктатура пролетариата была более демократична, чем тогдашние формальные демократии. Тоже урок, который нам оставил Ленин. И это фигура, которая заслуживает более тщательного изучения, чем делали апологеты с одной стороны и апологеты с другой стороны. Критики. 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 Ну, так сказать, сильно ангажированные или личной ненавистью, или чем-то еще. И когда мы говорим о Ленине, нужно понимать, что это потом, это фильм «Ленин в октябре» и все остальное, создали ощущение, что Ленин был один над толпой, он был велик, и все это признавали. Да ничего это не признавали. Была жестокая конкуренция в партии. И Ленин постоянно боролся за выживание, во-первых, и, во-вторых, за власть до конца своей жизни. И в итоге он эту власть, эту борьбу проиграл. Нужно отдать должное. И Сталин тоже проиграл, которого убили, насколько можно судить. Но то, что делал Ленин во время, так сказать, своей силы, то, что делал Ленин во время своей эффективности, это очень заслуживает большого внимания. Ведь у нас говорят, ах, там ставленник немцев. Ладно, хотя было на самом деле не один эшелон с большевиками. Отдельно ехали в запломбированном вагоне большевики, отдельно в запломбированном вагоне ехали левые эсеры, и отдельно в запломбированном вагоне ехали те самые анархисты. Анархисты. А ведь еще... Отдельно ехали мешевики, мешевики ехали отдельно. Все понимают, что если загрузить в один вагон, то перевернутся. Да. А ведь еще и с Америки ехали там на корабле, тот же Троцкий. С Америки. Да, с Америки другое было движение. Это была рука американского капитала. И борьба между американским влиянием, англо-французским влиянием и немецким влиянием, она была очень сильна в России. И если борьба с Антантой приобрела характер гражданской войны отчасти, то борьба между влиянием американским и немецким, это была борьба, ну скажем так, противостояние между Лениным и Троцким. И при этом нужно понимать, что обвинение в шпионаже безумно и бессмысленно. Он работал для своей цели, он брал помощь от кого угодно, и совершенно не имел никаких сантиментов к тем, кто эту помощь предоставлял. Брест-Литовский мир, март 18 года, ноябрь 18 года, революция, разожженная в Германии тем же самым Лениным. Тем же самым Лениным. Так что здесь не было сантиментов, но при этом была эффективность. Одно из обвинений, которое ему выдвигают, заключается в том, что это малоизвестное обвинение, что царская охранка помогала большевикам. Ну, как минимум, она к ним довольно терпимо относилась. Есть понятное объяснение, простое, официальное. Большевики не занимались террором. Левый эсеры была партия террористов. Они реально убивали, действительно стреляли. Большевики стреляли только на баррикадах. 18 тысяч человек погибло в результате революционного террора перед и после Первой русской революции. Большевики в этом практически не принимали участия. Большевики занимались сексами, грабили банки, но, понимаете, когда вам нужно выбирать между убийцей, который в вас стреляет, и грабителем, который всего-навсего там какой-то банк вскрыл, вы, естественно, спокойнее и более терпимо относитесь к грабителю. Это нормальный милицейский комплекс. Закончил сейчас Делягина. До свидания, друзья. До новых встреч в эфире. Счастливо. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».